Привет, зритель. Я тут с моим новым другом. Я его тестирую на телефон. На камеру я его уже протестировала. И держу я все это счастье. Вообще у меня на штативе камера. Как бы ее там показать-то? А можно же этот... А, наверное, тут нельзя на себя показать. Или себя, или не себя. Короче, на штативе у меня сейчас камера, а я держу на такой баррикаде этот телефон. В общем, я пришла к выводу, что мне все-таки нужен маленький второй штативчик для вот этого друга мохнатого. Интересно, какие эти звуки запишутся. Вот это без монтажа сейчас зальется, наверное, на канал. А основной ролик-то уже будет чуть позже. Такой маленький тестовый ролик. У меня цвет волос практически уже смылся. Он так выглядит, будто это какое-то такое слегка мелирование. Бр-бр-бр. Чтоб такое еще-то сказать. Я не знаю, как вам, а мне комика очень нравится. Это такая вот маленькая, как бы, трейлер, не трейлер. Забыла слово, ну, короче, когда вам обещают показать что-то такое крутое, а сначала кидают косточку. В общем, это будет сначала косточка, это косточка. Может, конечно, прерваться, нажать на клавишу отключения и перевести камеру в другой режим. Но вообще, возможно, тут можно сделать как-то другой режим. Но я что-то не вижу этой кнопки. Может, я что-то не догоняю. Может, тут надо нажать на паузу, может, еще на что-то. В общем, я рада приобретению. Это у нас комика, кардиоидный микрофон. Стерео. В отличие от Бои, он как бы стерео. Тот, который я изначально смотрела Бои, он был типа моно. И это у нас микрофон Пушка. Ну что ж, нажать на клавишу выключения. Пока.